Новое время требует новых решений. Стратегия комплексного развития Самары была принята в 2013 году. С тех пор в России были запущены национальные проекты, изменилась социально-экономическая ситуация. Все это должно найти отражение в планах развития Самары на ближайшие годы. Поэтому сегодня на заседании Комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самара обсудили внесение изменений в стратегию комплексного развития города до 2025 года. Дополнительно за этот период были приняты главы государства, утверждены национальные проекты, которые, так сказать, как раз и лежат в основе стратегических целей. Дополнительно те вызовы, которые сегодня получили мы, как наша страна в целом, требуют определенной корректировки. За время действия стратегии в Самаре реализованы крупные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство, образование, культуры и спорта. Генеральная цель – развитие городского округа Самара. Стать одним из городов-лидеров Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения, разнообразию и комфортности городской среды. Стратегические цели на ближайшие годы – развитие человеческого потенциала, повышение уровня жизни населения, развитие гражданского общества. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.